Горячие сердца, в паспорта заглядывать не будем. Молодости нашей нет конца. Нет, пока мы движемся и дышим. Нет, пока за правду рвемся в бой. Нет, пока чужое сердце слышим и болеем за чужую боль. Молодости нет конца, покуда верим мы в добро и в чудеса. Истину откапываем всюду и стоим у счастья на часах. И не важно, сколько лет ты прожил, важно, сколько сам себе даешь. Важно, что ты хочешь, что ты можешь. Важно, кто ты есть и чем живешь. Важно благодушию не поддаться. От достатка вдруг не ожиреть. Потому что можно даже в 20 незаметно взять да постареть. Прожил 20 лет, и в сердце скука собралась червонцами шурша. Сдали мышцы, опустились руки, опустела юная душа. Все ему не мило, все постыло, он попил, поел да на кровать. Наплевать ему на все, что было, и на все, что будет наплевать. Ничего не видит, не читает, нет любви. Надежды тоже нет, он давно пенсии мечтает. А всего-то прожил 20 лет. Нет, товарищ, молодость не годы, молодость. Огонь в твоей груди, в наших трудных жизненных походах. Молоды лишь те, кто впереди, кто работы не боится с детства, строит новый мир, как новый дом, кто не ждет короны наследства, а всегда живет своим трудом, кто не ставит ближнему подножки, кто со злом не станет нас мирить. Молод тот, кто сам себя по крошке может бедным людям раздарить, кто другого не продаст за рубль и за доллар тоже не продаст. Тот, кто в час суровый, стиснув зубы, за отчизну жизнь свою отдаст. Молодость, как жизнь, одна дается. Раз обронишь, больше не найдешь. Значит, надо петь, пока поется. Значит, надо жить, пока живешь. По ночам считать на небе звезды. Утром встречать зарю красну, как бальзам глотать морозный воздух. Каждой клеткой чувствовать весну. С головой нырнуть в осенний ливень. Услыхать, как летний гром гремит. Ты живешь, а значит, ты счастливый. Жизнь, она прекрасна, черт возьми. Так давайте в беспредметных спорах понапрасну годы не губить. Так давайте жить, ворочить горы, строить, созидать, творить, любить. Не забудьте, молодые люди, в жизни есть один закон простой. Если молод, это значит любишь. Если любишь, значит молодой. В общем, в паспорта смотреть не будем. Молодости нашей нет конца. Добрый вечер, добрый день вам, молодые люди. Здравствуйте, горячие сердца. Браво! Неким таким соединением медицины и социальной службы. Это тоже новая проблематика, с которой нужно знать, как обходиться. Страна пока не готова к тому, чтобы насытить вот все наши медицинские учреждения достаточным количеством гериатров, работающих в этой сфере. Ну и социальные службы пока тоже не всегда готовы к тому, чтобы обеспечить, ну, например, полномасштабный институт сиделок. У нас, в общем-то, и профессионального стандарта пока такого нет. Так что эти вызовы, на которые тоже нужно давать ответ. Люди живут дольше, значит, они будут дольше получать пенсию, потому что период нахождения на пенсии будет увеличиваться. Значит, возможности пенсионной системы должны быть больше. Сейчас возможности пенсионной системы у нас там порядка 8 триллионов рублей. Нужно значительно больше, дети средства взяли. Взносы работающих, это раз. Видимо, потребуется решение проблем самозанятых, то, чем мы сейчас пытаемся решить через законодательную систему привлечения к этой же сфере и самозанятого населения, которое пока не участвует в формировании вот этой нашей общей пенсионной копилки. Ну и, наконец, видимо, придется говорить о дополнительных возможностях самой страны, значит, бюджет. Так что это тоже определенный вызов. Видимо, надо говорить о наращивании системы пенсионных накоплений, скорее всего, на добровольной или смешанной корпоративной системе. То есть на каждый этот вопрос нужно находить ответы. Я думаю, что люди дольше живут, возникнет проблема инвалидизации. Нужно искать ответы на эти вопросы. Нужно. Людям старшего возраста нужно, может быть, другие лекарственные препараты, либо компоненты других лекарственных препаратов. Значит, фармацевтика должна искать ответы тоже на эти вопросы.
И вот набор этих вызовов, он достаточно серьезен. Поэтому я, отвечающий за законодательную сферу вот в своем комитете, хочу сказать, что в принципе в стране достаточно серьезно разработана система социальной поддержки наших граждан. Она есть. Есть законы, есть все необходимые нормативно-правовая база, но тем не менее вот новые появляющиеся у нас факторы, мы их должны, естественно, учитывать. Я думаю, что не все надо сводить к роли только решения на государственном уровне. Очень многое зависит, конечно, от самого человека. Человек живет в конкретной среде. И если говорить, вот, от чего зависит долголетие человека, я бы его разбил так на несколько таких факторов. Это, ну, наверное, среда обитания. Ну, кому-то повезло, он родился ближе к южным регионам, кто-то родился ближе к северным регионам, где-то потеплее, где-то море теплое, где-то этого нет. Ну, это один фактор. Другой фактор – это, конечно, очень важное состояние здравоохранения. Но, тем не менее, даже в сочетании с хорошим здравоохранением, с лекарственным обеспечением, все-таки очень важным фактором остается то, как человек сам себя осознает в этой жизни. И вот здесь как раз огромный объем работы для тех, кто, вот, может быть, и собрался сегодня для обсуждения этой проблемы в этом зале. То, как человек сам себя осознает, как он сам готов активно участвовать и продолжать активно участвовать в жизни страны, в жизни своего района, в жизни своего микрорайона, малой родины. От этого действительно очень многое зависит. Поэтому вот программа активного долголетия, то, что на сегодняшний день Москва может представить как прообраз, наверное, государственного подхода, как собирательный образ, как мы видим поддержку именно той части населения, которая готова включиться именно в поддержание этого образа жизни. Конечно, есть среди людей пожилого возраста, есть те, кто без государственной помощи не проживет. Ну, таких у нас порядка там трех с небольшим миллионов человек. Это действительно люди, которые нуждаются в постоянной государственной помощи. Есть другая категория людей, которым нужно время от времени помогать. Ну, и для этого существует система социальной защиты. А вот есть огромная категория, она, на мой взгляд, из числа пожилых максимально большая. Это те, кому нужно содействовать в продолжении вот этого активного образа жизни. Тем более, что сейчас в полосу этого активного долголетия вступили люди, которые имеют высокое образование, одно из лучших образований в мире. Это 50-е года рождения, поэтому это люди с огромным багажом знаний и опыта. Они, конечно, должны продолжать приносить пользу стране во всех сферах, независимо от того, где кто как работал. Поэтому для нас огромная сфера приложения усилий и в культуре, в образовании, во врачевании, в наставничестве, в добровольчестве. Так что есть к чему приложить наши руки. Что касается самого проекта активного долголетия, я говорил и буду говорить, Москва молодец. Москва здорово поступила, что тот опыт, те крупицы опыта, которые по активному долголетию были во многих регионах нашей страны, собраны в единый пакет. Людей спросили, чем вы хотите продолжать заниматься? Люди ответили. И вот по этим направлениям, там, по-моему, 8 направлений работы, предложено продолжать человеку активно заниматься тем, что он хочет. Продолжать образование. А люди у нас действительно хотят продолжать образование. Если люди хотят осваивать, ну, основы, там, культуроведческие основы религии, да, пожалуйста, люди старшего возраста уже больше склонны к обсуждению этих тем. Кто-то захочет продолжать заниматься активной физической культурой и спортом, пассивно тоже. И вот все это действительно тот набор вопросов, которые предложены для нашего старшего поколения. Я сегодня выступаю в двух лицах, как председатель комитета по социальной политике Совета Федерации, но и одновременно как председатель Союза пенсионеров России. У меня есть такая общественная нагрузка, которую мне все время поручили. И
Хочу от имени нашей организации сказать, что мы уже на протяжении последних 8 лет именно таким образом стараемся работать. И те компоненты, тяги к знаниям, которые на сегодняшний день есть, мы воплощаем уже в работу почти 900 университетов старшего возраста, которые есть по всей стране. Да, это не те университеты в полном понимании этого слова, но это то место, куда можно прийти и продолжать повышать свой такой образовательный, общеобразовательный, общеполитический уровень. Это с одной стороны. С другой стороны, мы пропагандируем, чтобы на эти вот занятия, на эти университеты приходило руководство. Руководство регионов, руководство муниципалитетов, люди, которые отвечают за общественную безопасность, люди, которые отвечают за прокурорский надзор. Они должны туда приходить, общаться и говорить с людьми на эти темы. Туда должен приходить человек, который отвечает, например, за систему жилищно-коммунального хозяйства, чтобы аудитория понимала, что это не очень простые вопросы, как кажется на первый взгляд. Тарифы, обслуживание, откуда все берется в условиях рыночной экономики, как это все эксплуатируется, как получить эту чистую воду после того, как ее с земли-то выкачивают, например, у меня в Курской области, ее добывает она красного цвета из-за высокого содержания железа. И все это нужно показывать, рассказывать, и люди тогда больше понимают и делят в некотором смысле с властью ответственность за свою малую воду. Мы предложили людям, которые в силу, опять же, объективных причин упустили время познакомиться с новейшими информационными технологиями, системами. Мы говорили, давайте попробуем научиться хотя бы одним пальцем бить по клавишам компьютера, потому что это потом пригодится, чтобы в виртуальном пространстве можно было посетить Эрмитаж, посетить театр, посетить Лувр и так далее. Мы этим тоже занимаемся. По оценкам Пенсионного фонда прошлый год по оценке Пенсионного фонда до 300 тысяч человек обучается из разных источников, такая информация, основам компьютерной грамотности. Почему это нужно делать сейчас? Да потому что время уйдет, и те, кто сейчас еще готов учиться, перейдут в возрастную планку, им уже будет не до этого. А информационные технологии стучатся, что называется, в дверь каждому. Поддержка, конечно, физической формы. Мы предлагаем, кроме таких обучений и проведения чемпионатов по компьютерному многоборью среди пенсионеров, а Москва, кстати, там представлена очень хорошо, мы предлагаем проведение соответствующих спартакиад. У нас уже будет проходить в этом году 5-я такая спартакиада, мы ее будем проводить в Новосибирске. А предыдущий чемпионат по компьютерному многоборью проводили в Санкт-Петербурге, а следующий будем проводить в Ставрополье, в Каменводах. Заодно и познакомим наших ветеранов с обновленной системой санаторно-курортного обслуживания. Завершение, что называется, триединая наша жизнь, это физика, физическое состояние, такое образовательное пространство, о котором я уже говорил, и, конечно, духовная часть. Поэтому мы предложили проведение поединки хоров, потому что каким-то образом тоже культурный досуг тоже надо обеспечить. На прошлогоднем таком форуме Михаил Иванович с нами был в жюри, приветствовал победителей и сам исполнил много интересных для нас содержательных шедевров. Так что все это говорит о чем? Не хлебом единым жив человек, поэтому естественно, ему нужно предоставить вот такого рода возможности. И задача это, прежде всего, конечно, органов власти и, конечно же, тех общественных организаций, которые работают со старшим поколением. Нельзя рассчитывать только на органы власти. Здесь огромную роль играет самоорганизация. Люди, я имею в виду и НКО, и общественные организации, которые способны во многом вместе с органами власти обеспечить вот это активное долголетие. Поэтому я искренне желаю успехов этому форуму, вам успехов, естественно, каждому из вас активного долголетия. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. А сейчас позвольте предоставить... Наш форум не состоялся. Это председатель комиссии «Старшее поколение», председатель попечительского совета Центра подготовки космонавтов, председатель Московской медицинской палаты Надежда Александровна Журавлева.
Добрый день, дорогие друзья, дорогая семья, как сказал у нас уважаемый народный артист. Я хочу приветствовать вас прежде всего потому, что сегодня самый первый день Светлой Седмицы, очень сильный, очень благодатный день. И мы все собрались и пожелаем друг другу крепкого-крепкого здоровья и долголетия. И я полагаю, что в конце дня мы сделаем научный вывод. Старости в России нет. Я хочу доказать. Месяц назад молодые родители, семья Виторганов, родили девочку. Давайте поприветствуем молодую мамочку. Да, сегодня один месяц и четыре дня. Браво! Поэтому я хочу сказать, что на самом деле старости нет. Нам некогда состариться. Нам очень много нужно сделать. Прошло более 20 лет, как произошла перестройка. Странное такое название для Советского Союза. Но она произошла, значит, так должно было быть. И нужно сделать все, чтобы не упустить ни одного дня. По той причине, что молодое поколение на самом деле было упущено. Единственное, чудесным образом молодые люди каким-то образом сохранили патриотизм и любовь к России, потому что никто об этом не говорил. Не было идеологии, не было песен, не было стихов. Только сейчас идет переоценка ценностей, только сейчас мы видим, как вот наши кадеты, это первый кадетский корпус генерала Крымского, как наши кадеты участвуют во всех наших мероприятиях, с какой любовью танцуют, с какой любовью говорят. И ведь они смотрят на нас тоже с большой-большой любовью. Они защищать нас будут от всех врагов видимых и невидимых. Это их сила должна быть такая, как у нас. Потому что в каждом человеке, который родился в России, есть стержень. И мы должны четко понимать, что мы должны друг друга поддерживать. И если мы каким-то образом разобщились когда-то, то сегодня настал тот день, когда нужно объединиться и вспомнить, какая радость общения сопровождала нас даже в войну. Ведь уму непостижимо, шли бои по 5 дней, люди не ели и не спали. Врачи говорят, что без воды человек не может 3 дня прожить. А я знаю, как один генерал рассказывал, 5 дней просидели, 5 ночей просидели в танке, закурить нельзя, есть нечего, пить нечего. Как они выжили и живут по сей день. Поэтому есть какое-то чудо, чудо радости. И только человек, который сохранит радость, только он не погибнет. И посмотрите, какое интересное событие нужно подчеркнуть. Символ нашей России – это орел, двуглавый орел. И никто не задается вопросом, сколько же орлы живут? Никто не знает. Орлы живут очень долго. И когда орел слабеет, он улетает в горы, выщипывает на стрессе все свои перья, не ест, не пьет. Через несколько месяцев вырастает новая перья, и он летит обновленный за добычей, живой, здоровый и молодой. И я хочу призвать всех, давайте жить, как орлы, потому что мы должны очень многое сделать не только для России, но и для всего мира. И все старцы говорят, что весь мир существует только благодаря нашей великой родине, которая называется Россия. Мир всем, любовь и радость. Спасибо, дорогая Надежда Александровна. А сейчас позвольте предоставить слово. Долголетие города Москвы Пентюхову Андрею Владимировичу. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, гости. Как сказал Валерий Владимирович, действительно демографическое старение населения – это объективная и устойчивая мировая тенденция, которая характерна не только для нашей страны, но и в целом для всего мира, в частности для города Москвы. С учетом статистических данных можно говорить, то, что в Москве наиболее высокие темпы увеличения числа пожилых граждан, чем в среднем по России. В столице сегодня 3 миллиона пенсионеров продолжительной жизни приближается к 78 годам. И это действительно формирует новые задачи, выражающие необходимость изменения в целом общественного восприятия старости и отношения пожилых людей к своему возрасту.
действительно очень важно сформировать собственное отношение пожилого человека к своему возрасту, не как старому человеку, а как действительно молодому человеку, сохранившему свою энергию. Как сказано в послании президента Российской Федерации Федерального собрания, наш нравственный долг всемерно поддержать старшее поколение. В них должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия. Достойная и активная старость становится одним из приоритетных направлений государственной политики. Возможности человека 55-75 лет, как правило, не снижаются, остаются, кажется, такими же, как и в молодости. И очень важно сделать жизнь старшего поколения независимой, улучшить ее качество и обеспечить активное долголетие. Сегодня мы видим, как изменилась Москва. Все проекты, программы, реализуемые в Москве при поддержке мэра Москвы, нацелены на создание комфортных условий жизни москвичей всех поколений. Параллельно с этим в Москве сформировался общественный запрос на новую, современную, более эффективную модель социальной политики в отношении граждан старшего поколения, которая должна опираться на максимально широкий охват москвичей, сохранивших потребность в общении, занятии спортом, реализации творческих планов и непрерывном образовании. В этой связи, в условиях устойчивого увеличения продолжительности жизни населения города Москвы и необходимости принятия комплексных мер по организации активного долголетия, 13 февраля 2018 года мэром Москвы на заседании президиума правительства Москвы был поддержан пилотный проект по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. Миссией данного проекта является активная и естественная социализация граждан старшего поколения с использованием по максимуму ресурсов самого гражданина и социума, учреждений социальной сферы, бизнеса и некоммерческих организаций. Старт пилотного проекта вызвал небывалый интерес всех секторов общественной жизни. Для участия в нем появилось 1500 организаций, предоставивших около 5000 своих площадок, готовых организовать занятия более чем в 15 тысячах кружках. Естественно, в основном это государственные учреждения образования, культуры, спорта, но не остались в стороне и представители бизнес-сообщества. Заявилось 44 представителя бизнес-сообщества. По результатам квалификационного отбора все площадки были аттестованы экспертными советами с привлечением специалистов, обладающих высокой квалификацией, признанной репутацией, а также представителей общественных организаций. Качество проводимых мероприятий будет гарантировано путем комплексного контроля со стороны общественности. Программа построена таким образом, что все направления базового пакета представлены во всех районах города Москвы. Это и физическая активность, художественно-прикладное творчество, танцы, пение, рисование, образовательные программы и игры. Проект стартовал активно, и все направления востребованы. На сегодняшний день от граждан старшего поколения поступило более 74 тысяч анкет заявок. Наиболее востребованы такие направления, как информационные технологии, компьютерная грамотность, английский язык, фитнес, гимнастика, скандинавская ходьба и, конечно же, танцы. Сформировано более 2900 групп, из которых уже 2650 приступили к занятиям. Проект развивается на основе запросов москвичей. Окончательное содержание перечень направлений и занятий, доступных для участия программы, будет формироваться в соответствии с потребностями. То есть в том случае, если граждане изъявят желание принять участие в каких-то конкретных занятиях и направлениях, специально для них и будут подобраны организации, которые будут представлять данные занятия. Таким образом, граждане сами могут активно участвовать в создании желаемой для себя среды общения и деятельности. Одновременно, путем расширения возможностей участия граждан старшего поколения в различных мероприятиях, необходимо изменить отношение пожилых людей к собственному возрасту. Активный образ жизни должен стать трендом для старшего поколения. И это должно найти свое отражение в информационном пространстве через активное вовлечение граждан на основе современных коммуникативных технологий. Образовательный процесс должен сопровождать граждан на протяжении всей их жизни. Вовлечение в активное долголетие должно происходить изнутри сообщества пожилых людей. Важно создать условия для их самореализации и групповой самоорганизации. Необходимо обеспечить поддержку общественных инициатив, создать систему поощрения наиболее активных участников. Александровна Назарова.
Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, родная семья, как сказал Михаил Иванович. Мне очень приятно сегодня присутствовать на этой конференции, поскольку тема «Активное долголетие» она очень важна и очень актуальна. Я являюсь не только депутатом, я еще председатель Совета главных врачей города Москвы и главный врач одной из крупнейших клиник, Московской многопрофильной клиники имени Плетнева. И поэтому, как доктор, еще расскажу, насколько она актуальна. У нас в Москве за последние 7 лет прошли грандиозные изменения в московских учреждениях. Связано это с тем, что, вы представьте, 7 лет назад у нас не было даже оборудования, которое необходимо для диагностики лечения стандартов вида лечения. Сейчас мы сносили самую передовую технику и можем выполнять не банальные, а операции и диагностику, которые относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Для того, чтобы скорее освоить эти технологии, Совет главных врачей, Департамент здравоохранения города Москвы вышел к Сергею Семеновичу с инициативой, чтобы выделяли средства для того, чтобы наши доктора посетили крупнейшие ведущие клиники Европы, Израиля, Южной Кореи, для того, чтобы быстрее освоить эти техники, быстрее внедрить. Это было поддержано, и более 1000 специалистов прошли обучение в Швейцарии, в Германии, в Бельгии, в Израиле, в Южной Корее, в Сеуле. И это дало большой шаг здравоохранения к тому, что мы стали в обычных больницах выполнять высокотехнологичные операции. Кроме этого, в поликлиниках увеличилось количество программ по профилактике хронических заболеваний, а также по предупреждению возникновения осложнений этих заболеваний. И, конечно, это дало свои результаты. А какие? За последние годы срок продолжительности жизни в Москве увеличился на 3 года и составил 77 лет. Конечно, это очень важное завоевание, очень великое, но я считаю, не важно, сколько человек проживет, а как и насколько активно. А теперь давайте представим человека 55, 60, 65 лет, который вышел на пенсию. Он привык жить обычной жизнью, вставать утром рано, делать зарядку, делать прическу, гладить рубашку, завязывать галстук и приходить на работу. А на работе его ждут коллеги, где он обсуждает все свои проблемы, решает сложные производственные вопросы, а кроме того узнает, как каждый сотрудник живет, какие новости, что в стране, что в регионе, что в области. Это поддержит его духовную жизнь. И вдруг представьте, все это осталось в прошлом. И не всегда рядом семья, не всегда рядом друзья, не всегда рядом те, кто может его поддержать и выслушать. И большинство людей сталкивается с такой проблемой, как одиночество, невостребованность, нереализованность и даже молчащий телефон. И все эти причины приводят к тому, что меняется психосоматический статус, вегетатика и приводит к повышению давления и, как следствие, к возникновению таких грозных заболеваний, как инсульт и инфаркт. Поэтому для решения этой проблемы правительство Москвы было проведена очень большая работа. И в результате мэром нашего города подписано постановление о проведении пилотного проекта «Московское долголетие». И